Софи Тернер, исполнительница роли Санса Старк, призналась, что в 8-м сезоне «Игры престолов» ее героиня сменит платье на что-то более практичное. «У меня впервые будет броня», заявила Тернер в ответ на вопрос о том, как Санса готовится к встрече с армией мертвых. Правда, зрители все равно не увидят Сансу в тяжелых доспехах в стиле Бриенны Тарт. Вместо этого она получит легкую кожаную броню, которая, тем не менее, сможет защитить героиню. «Я хотела, чтобы у нее было немного брони, чтобы она была больше похожа на воина», объясняет Тернер. Она теперь вроде как воин Винтерфелла. Заключительный сезон будет состоять из 6 эпизодов, каждый из которых тянет на полноценный фильм. В финале зрителей ждет масштабная битва, каких на телевидении еще не было.